Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сегодня мы с вами будем лепить, знаете кого? Не знаете? Мы сегодня будем лепить с вами зайчика. У меня вот он есть на картиночке. Предлагаю его рассмотреть. Как он выглядит? Вот у меня, видите, зайчик. У него круглая голова, вытянутое туловище, четыре лапки, длинные ушки, глазки, носик, ротик и маленький хвостик. У зайчика белый окрас. Как вы думаете, ребята, почему белый? Я вам сейчас расскажу. Потому что, когда наступает холода, выпадает снег, у зайчика меняется цвет шубки. И шубка у него становится, шкурка его, белого цвета. Для того, чтобы он был незаметен. А почему он должен быть незаметен, как вы думаете? Правильно. Он должен быть незаметен для хищников, чтобы они не поймали его и не съели. Поэтому мы с вами будем сегодня лепить белого, красивого зайчика. Для этого нам понадобится наш любимый легкий пластилин белого, черного и красного цвета. И вот такие шпажки нам понадобятся. Значит, возьму белый пластилин. Но чтобы нам слепить зайчика, мы должны его разделить на определенные части. Одна часть будет голова, побольше часть будет туловище, и поменьше части будут четыре лапки, два ушка и маленький хвостик. Возьму белый пластилин и отделю одну часть. Это у меня будет голова. Другую часть побольше. Это будет туловище. Потом четыре одинаковых части. Это будут лапки у нас. И маленькая часть. Это будет хвостик. Ну, ребята, приступим. Значит, так как у нас у зайчика голова круглой формы, мы катаем шарик. Вот такими круговыми движениями, ребятки, как я. Вот такой шарик у нас должен получиться ровный, красивый. Положили шарик. Теперь возьмем ту часть, которая у нас туловищем должна быть, она побольше. Тоже катаем шарик и немножечко его вытянем туловище. Вот так. Теперь возьмем ту часть, которая у нас лапки. Тоже я из них сделаю для начала шарики. Маленький кругленький хвостик. Так, теперь начнем соединять. Беру ту часть, которая туловище у нас. Вытяну вот так пальчиком еще раз. Закреплю и присоединю голову. Вот что у нас получается. Так, теперь буду присоединять лапки. Эти части присоединим к зайчику. И нижние лапки. Вот так у меня зайчик будет сидеть. Теперь все это подровняю. Так, присоединим хвостик. И голове. Присоединим еще ушки. Вот такие они у нас будут. Вытянутые красивые ушки. Вот так. Два ушка. Так они находятся у зайчика. Такие ушки присоединим его. Так. А теперь, когда у нас зайчик готов, мы присоединим ему глазки. Глазки находятся вот тут у зайчика на голове. Возьмем черный пластилин, отщипнем два одинаковых кусочка, скатаем маленькие шарики и присоединим глазки. Глазки присоединили. Теперь еще отщипнем кусочек, присоединим, сделаем шарик, это у нас будет носик. И возьмем красный пластилин, отщипнем кусочек и будем катать колбаску, это у нас будет ротик у нашего зайчика.
нас зайчик красивый. Еще подровняем ручками. Вот. Подровняем. Сделаем лапочки вот так нашему зайчику. А теперь возьмем вот такую палочку. Зайчик наш пушистый, и мы попытаемся сделать, как будто у него есть шерсть. Это вот так вот палочкой будем делать. У нас получится. Так аккуратненько. И с другой стороны. Поверну дощечку, уберу ненужный мне пластилин. Вот. Подровняем, где нужно, и вот таким образом делаем, чтобы у нашего зайчика была шерсть. Такой пушистый, красивый зайчик. Лапки подровняем таким. Верхние лапки вот так. Ушки тоже сделаем такие красивые. Вот как красиво получилось. Вот какой у нас зайчик. Лапки еще раз подравниваем, чтобы у него красивые лапочки получились. И на мордочке тоже сделаем такую шерсть. Ушки подравниваем, чтобы у нас был такой красивый, необычный, беленький, уже подготовившийся к зиме зайчик. Посмотрите, какой у меня красивый зайчик получился. И у вас такой получился. Но теперь ему нужно постоять какое-то время, и он примет форму свою и будет уже такой тверденький. Им даже можно играть. А на этом, мои хорошие, наше занятие закончено. До следующих встреч. До свидания.